Если ты внимательно смотрел мои предыдущие видео, то ты знаешь, что, в одном из видосиков в GTA-шке мне выпала тачка за 10 миллионов долларов BMW i8. Я вообще максимально офигел. Вот бы мне в Brawl Stars так же везло и выпадали одни легендарки. Но я, в принципе, все равно не против, тем более мне еще выпала целая куча всяких аксессуаров. Например, вот эта вот шляпа, кирка, самая настоящая золотая кирка из Майнкрафта. Но я, конечно же, вызываю машину, и это обычная черная тачка. Вообще не примечательная, так нужно ее, конечно же, еще открыть. И как ты думаешь, чем я сегодня займусь? Конечно, я буду ее прокачивать. Во-первых, я хочу, чтобы она выглядела максимально круто. И, конечно же, сейчас мы с тобой этим займемся. Но я хочу, чтобы она стала немножечко побыстрее. Только я пока что не знаю, куда мне нужно ехать. И еще у меня немного не получается ехать. Я, блин, во все подряд врезаюсь. Да с какого-то фига я вообще не понял. Так, смотри, раньше в обычной GTA-шке вот где-то здесь находился сервис, где можно было машины прокачивать. Но, походу, здесь что-то ничего нету. Там решетка какая-то непонятная. Давай тогда введем команду GPS, зайдем в транспорт и сервисы и посмотрим, что у нас здесь есть. Всякие автосалоны, они нам не нужны. Есть перформанс сервис Лос Сантос. Я думаю, то, что мне нужно ехать именно туда. И давай, конечно же, туда отправимся. Красная точка на карте у нас уже появилась. И пока я туда еду, я тебе хотел напомнить то, что я играю в GTA-шку прям на андроиде. И ты, конечно, тоже можешь вместе со мной поиграть. Для этого нужно всего лишь игру скачать. Чуть попозже я тебе расскажу, как это нужно сделать. И еще обязательно, самое главное, нужно ввести промокод Кубик, который даст тебе деньги, когда ты достигнешь 3-го уровня в игре. Этих денег даже хватит на то, чтобы купить себе тачку. Ты просто вслушайся в этот звук. Ничего не слышишь? Это потому, что машина электрическая. Я когда это узнал, я вообще был максимально в шоке. Так, все, мы с тобой уже, если что, подъехали к сервису. И сейчас нужно понять, куда мне вообще нужно двигаться. Только тихо. У меня и так вся машина уже разбита, и мне желательно ее не ломать дальше. Конечно, врезался в забор автосервиса. Так, у нас есть... производительность двигателя, всякие чипы, удаление катализаторов. Смотри, у меня сейчас на балансе 1 миллион 700. Давай посмотрим, сколько у меня будет после прокачки всей нашей тачки. Потому что я думаю, то, что все вот эти элементы, которые здесь есть, я все, конечно же, прокачаю просто до фула. То есть я установлю все 5 элементов. В тормозной системе тоже установлю 5 элементов. Но нафига это надо, я пока что не знаю, что у меня тачка лучше тормозила. Окей, я не знаю на самом деле, зачем это нужно, но, конечно же, давай просто прокачаем тачку до фула. Я больше хочу ее просто покрасить, чтобы она выглядела не просто черный цвет, но он вообще, блин, какой-то фиговый. Я думаю, то, что тачку нужно покрасить в белый, наверное. Или посмотрим, может быть, какой-нибудь еще крутой цвет здесь, конечно же, найдем. Так, все, я все уже деньги все свои потратил. Все элементы я установил, а цвета у меня нет. И нитро я тоже сюда не установил. С какого фига? И на это все я потратил примерно 150. 50 тысяч баксов, капец. Давай теперь посмотрим, насколько быстро гоняет наша тачка. Тем более, что я один фиг не нашел, куда мне нужно ехать. Ладно, с этим мы, конечно же, еще разберемся. Аккуратненько выезжаем. Нифига себе, там гелик проехал, еще какой-то джипарь. Вы дураки, что ли? Капец, мне кажется, это была самая дорогая авария в GTA-шке. БМВ за 10 лямов, еще и гелик, еще какой-то джипарь. Я потом после этого еще и в инкассаторскую тачку врезался. Вообще гениально. И погнали дальше. Я думаю, то, что сейчас нужно просто проверить максимальную скорость на моей машине. Я, конечно, понимаю то, что она сейчас немножечко сломана, то, что у меня даже еще нитро нету, но в скором времени я его, конечно же, поставлю и проверим, насколько сильно изменится скорость нашей тачки. А пока что разгоняемся, да ёк-макарёк, чего все, врезайтесь в меня. 230, 200... Сейчас посмотрим, какая будет максимальная скорость. 240 км в час. Капец, меня в сидушку аж вдавливает. Аж даже GTA-шка залагала. И залагала настолько, что мне даже пришлось перезаходить в игру. А еще админы мне подсказали то, что нитро можно установить в других автосервисах. Они даже называются автосервис. Вот эти вот 11, 12 и 13 пункт. И мне, походу, нужно вот ехать в этот Диллимор. Я не знаю, на самом деле, что это такое, но сейчас мы разберемся. Еще до меня докопался какой-то чувак. Говорит, не мешают, да? Ну, так, как бы я вроде немножечко видос снимаю. А что ты хотел? Не, просто хотел познакомиться. Я тоже ютубер. Нифига себе, здесь что, тоже что ли ютуберы какие-то играют? Я, правда, этого чувака вообще впервые вижу. Да ёк-макрёк, еще и в дерево врезался. Чувак, сори, я немножечко занят. Но зато ты попал ко мне в видосик. Поздравляю. Кстати, подписчики тоже могут попасть ко мне в видео. Если бы я еще не врезался, было бы вообще опупенно. Если ты тоже хочешь поиграть вместе со мной и попасть в видео, нужно всего лишь играть на этом сервере. А GTA-шку можно скачать прямо к себе на Android, телефон или планшет. Не забывай про это, чуть попозже я тебе расскажу, как это сделать. Пока что мне нужно сначала нитро установить. Ёк-макарёк, да...
Как вы достали, у меня даже машина загорелась! Ладно, хоть я могу... Я даже ее завести теперь не могу. Офигенно. Ладно, хотя бы я могу ее починить, потому что у меня вроде в инвентаре лежал ремонтный набор. Так, заходим просто в инвентарь. Ремонтный набор у нас есть. Это хорошо. Его сразу же быстренько используем и... Куда она делась? Я тебя затравил, Лалка! А-за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 ! Через одну минуту весь незанятый транспорт будет заспавнен автоматически. То есть админы взяли и очистили все машины. Тачку у меня заспавнили, а меня заскамили. Спасибо. Вот это панчлайн. Окей, попытка номер два. Мне пришлось обратно ехать за... Точнее, бежать за тачкой. Я еще и штраф получил, опупенно. Так, погоди, я думал то, что этот сервис находится примерно в этом же месте, а он находится еще дальше. А куда мне нужно ехать? Вы что, дураки? В деревню в какую-то? Да уж, такого я вообще не ожидал. Радует только одно, то что тачка у меня максимально быстрая, и я доеду туда буквально за пару секунд. Ну, может чуть побольше, потому что я ездить нифига не умею. Но все равно, сейчас мы быстренько до туда, конечно же, доберемся. Поехали! И кажется, уже виднеется точка. Я же тебе говорил то, что это будет максимально быстро. Ну и что, что я ускорил? Ну, зато быстро доехал. Все, наконец-то мы уже доехали до нашей точки. Тут еще какая-то бэха тоже приехала, вроде бы. А может и не бэха, непонятно, тоже черный цвет. Вообще, черный цвет, мне кажется, здесь максимально не очень выглядит, потому что все сливается и нифига непонятно. А вот сейчас мы выберем какой-нибудь нормальный цвет. Первый цвет, давай поставим белый, посмотрим, как он будет выглядеть. Блин, мне кажется, просто топово. Так, там еще был какой-то второй цвет. Я так понимаю, то, что вот эта вот черная фигня сейчас изменится у нас на другой цвет. Давай поставим синий и... Нет, нет, ничего не изменилось. Подожди, а если желтый? Давай проверим просто желтый цвет. Я перекрасил и... У нас все равно все черное. А в чем прикол? А, желтые полосочки около бампера, да? Около решетки. И сзади тоже немножечко желтенького. Гениально вообще! Нафига я деньги потратил, я не понял. Окей, давай тогда еще установим нитро. Потому что что, я зря сюда приехал, что ли? 10 тысяч баксов оно стоит, капец. А почему так дорого, я не знаю. Но зато нитро у меня теперь появился. И так даже на самом деле как-то немножечко поспокойнее. Знаешь что, а я так подумал, а что если немного перекрасить мою тачку в желтый цвет? Потому что у меня же все мои семейные машины желтого цвета. А здесь это выглядит максимально опупенно. Ты просто посмотри, какая она четкая. Блин, или вообще какой-нибудь красный цвет поставить, или синий. Я не знаю, нужно обязательно подумать. Короче, если у тебя есть идеи, в какой цвет лучше перекрасить эту машину, напиши их обязательно внизу в комментариях под видео. А я вижу то, что здесь есть заправка, и, пожалуй, отправимся прямо туда, потому что я хочу себе купить ремонтные наборы. Они у меня вроде как заканчивались. А если у меня машина еще раз сломается, будет как-то максимально обидно. Только мы не забываем то, что тачку нужно закрывать. А то если ее угонят, это будет просто какая-то дичь. Так, заходим и сразу же покупаем ремонтные наборы. Сергей Кабан, чувак, где-то я тебя уже видел. Что-то ты какой-то знакомый. Окей, купим сразу же универсальные аптечки и наборы инструментов. Чел, дай пожатрика. Чувак, вот если ты промокод введешь, то получишь 120 тысяч баксов. И вы, кстати, тоже получите 120 косарей баксов, если введете мой промокод Кубик, который прямо сейчас появился на экране. Я ввел. Чувак, ты уже указал мой промокод? Ты что, мой подписчик, что ли? Нифига себе, я даже не признал его. И на тачку потратил. А, ну красава. И походу он просто потратил все свои деньги, купил себе какую-то тачку. А, так это, наверное, тот чувак, который на бэхе был как раз-таки. Нифига себе. Давай тогда 10 косарей ему дадим, потому что всем подписчикам, которые ко мне подходят и просят деньги, я, конечно же, их даю. Главное, только напишите, что вы подписчик, хорошо? Ну, а для этого нужно скачать игру к себе на телефончик. Не забывай про это. А еще я понял, что меня, походу, немного заскамили. Почему у меня машина опять черного цвета? Я же ее только что на твоих глазах перекрашивал. Да уж. Что-то это какая-то дичь. Окей, давай заново перекрасим. У нас же денег-то дофигища, вообще целая куча. Конечно, кто нам сигналил, нифига не понял. Ладно, все, просто погнали, быстренько перекрасим тачку. В очередной раз, конечно, мне же делать-то больше нефиг. Заходим в покраску, и цвет у нас и так уже желтый стоит. О, нифига себе, синий так-то тоже очень круто выглядит. Погоди, а как выглядит красный? Давай посмотрим. И красный тоже опупенный. Короче, я не знаю, какой цвет мне выбрать. Напиши это просто в комментариях под видео. Помоги мне выбрать, пожалуйста. Потому что цветов здесь просто целая куча. Вот этот красный тоже офигенный. Короче, я не знаю, что мне делать. Мне кажется, что под каждый цвет нужно покупать машину. Но такая тачка стоит 10 лямов. И...
очень много раз по 10 лямов я не смогу купить. А еще я тебе хотел показать зарядные станции, на которых нужно заправлять мою машину. Капец какой-то, я еще и врезался, опять машина не заводится. Так вот, заправки здесь, вот эти зарядные станции выглядят просто максимально офигенно. Я когда первый раз увидел... Чувак, а ты куда пролетел? Ну ладно, очень... Странно это все было. Так вот, я когда зарядку первый раз увидел, я вообще просто был в шоке. У меня было такое ощущение, что я как будто бы в будущем оказался. Сейчас я тоже ее, конечно же, покажу. Для этого просто вводим команду GPS, заходим в ближайшие места и найти ближайшую зарядную станцию. 6-й пункт. Все, красная точка у нас появилась, а направляемся именно к ней. Причем направимся мы максимально быстро. А пока едем, я тебе просто расскажу, как же можно скачать игру к себе на телефон. Ёк-покерёк. Перевернулся. Начать играть сам на онлайн-РП прямо на андроиде будет очень легко. Первым делом тебе нужно просто перейти на сайт по ссылке в описании прямо под видосиком и скачать лаунчер. После скачивания лаунчера на телефон просто его открываем и нажимаем на кнопку загрузить. Не переживай, игра сама установит все за тебя, только я хотел еще обратить внимание, на телефоне должно быть хотя бы 2,5 гига свободной памяти. После установки игры нужно установить APK файл, затем перейти в настройки и указать ник. Вот сейчас очень важно, ник должен быть в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. Готово. Теперь для запуска просто переходим во вкладку «Играть» и нажимаем «Играть на первом сервере», потому что я играю именно на сервере номер один. Если ты заходишь в игру первый раз, то тебе нужно обязательно указать то, что я тебя пригласил в игру. Вот мой ник, ты прямо сейчас видишь его на экране, указывай его правильно, чтобы ничего не перепутать, и потом, ты когда достигнешь 3-го уровня, ты получишь денежку. Я надеюсь, что ты, конечно же, все правильно скачаешь, ну а я тем временем уже подъехал. Не забывай вводить промокод «Кубик». Это очень важно, зарядная станция и... Смотри, я ж тебе говорил то, что они выглядят максимально футуристично. Я просто как будто оказался в будущем. Мне нужно вести команду Charge для того, чтобы зарядиться. Конечно же, у меня же электрокар в GTA-шке. Не хохры-мухры, не то, что ваши там бензовозки эти, не. Фигня вообще. У меня электрическая тачка. Она уже, если что, зарядилась. У меня полные аккумуляторы зарядки, то есть я могу разгоняться сейчас максимально быстро. И мы, конечно же, с тобой прямо сейчас это сделаем. Получим еще один штраф. Гениально так. А как я сейчас врезался? Как я сейчас перевернулся? Я нифига прикола не понял. Окей, просто выезжаем на дорогу и ускоряемся. Я думаю, то, что сейчас у меня скорость будет примерно километров 250 или может даже 300 километров в час. Давай, конечно же, это проверим. Разгоняемся, используем нитро. Полетели, 241. Серьезно, какой 241? Вы че? Я зачем деньги-то тратил? Еще и врезался. Еще и машина загорелась. Да уж, не повезло, не фартануло. Машина у меня сломана, чинить ее не хочу, а вот Леончик, возможно, ее починит. Но только в том случае, если ты поставишь лайк на это видео, подпишешься на канал, посмотришь предыдущий видосик и не забудешь скачать GTA-шку к себе прямо на телефон, на Android телефон или планшет. Играй вместе со мной, прямо сейчас я тебя буду здесь ждать.